Теперь весь мир знает, что секретный проект ЦРУ привел к трагедии, погубившей более 300 тысяч людей. Теперь веришь, когда я говорю, что Кейн морочит нам головы? Думаешь, она знает больше, чем говорит нам? Думаю, Тейлор наткнулся на то, что не предназначалось для его глаз. И вот теперь за ним следят. Может быть. Но Кейн на нашей стороне, и мы не можем бросить ее с этими тварями. В Союзе полный бардак. Надо найти Тейлора, пока не стало еще хуже. Кроме нас никто не вытащит Кейн. Она не дура и умеет выживать. Она дождется нас. Кейн, мы на периметре. Выходим из карантинной зоны. Я сказала не приходить за мной. Не перевозбуждайся. Мы еще не пришли. Какой статус? Убежище еще безопасно? Пока. Камера показывает, что бессмертные приближаются, уничтожая все на своем пути. Да. Ну и ну. Держись, мы придем так быстро, как только сможем. Скажу тебе так. Я бы не надеялся на ее спасение. Они серьезно настроены. Да, как и мы. Мы не уедем из Сингапура без нее. Бессмертные убивают всех, кто находится между ними и убежищем. Давно я такого не видел. Окончательно бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Zodi на аппарате Call of Duty Black Ops 3. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, продолжаем воевать. Итак, я взял новое оружие. Вот такую вот пуху мы открыли. Ну, просто посмотрел, оказалось, что уже открыто новое оружие. Я решил просто попробовать его взять в это задание. Если что, если не понравится, сейчас мы встретим первый же ящик оружейный и поменяем снова на наш наборчик. Это оружие еще не прокачано абсолютно, поэтому самый простой прицел, то есть все, скажем так, стандартное по умолчанию. То, что можно было поставить, нацепить, то я и нацепил. Посмотрим, как оно... Наверное, как-то в округе еще шляются бессмертные. Нам стоит уйти с улицы. Посмотрим, согласен, как это оружие срежем покажет тут себя. Минуем несколько кварталов. Да, перезарядка все же не такая быстрая, как я хотел бы. Ой-ой-ой, на поле боя, в смысле... А, вот куда я думал, нужно пройти туда, дальше. Не заметил, что здесь дверь открытая. Показалось, что он побежал просто вперед. Слышишь? Я слышу. Вот оттуда исходит звук. Дай им по заслугам. Это ж... Чисто. После того, что мы сделали с ее братом, Го Сюлань действует из чистой ярости. Ее солдаты не щадят никого. Когда мы найдем ее, тоже не станем. Отвратительно. Большая кровать, хорошая, мне нравится. Что скажешь, Хендрикс? Постараемся от души. Сотрем этих подонков с лица земли. Как в старые добрые? Как в старые добрые. Ну что? Погнали, опа! Хендрикс, это ты? Воу. Еще ничего не кончено. Враги
Неплохо. Пуха неплохая, я смотрю, друзья. Довольно-таки неплохая. К тому моменту, как мы спасем шкуру Кейн, Тейлор и остальные будут далеко. Вот что бывает, Хендрикс. Сначала Кейн, потом Тейлор. Мне мы не бросаем свои. Кое-что. А ты я точно мог... знаешь, что она из наших? Вот что, можно, значит, использовать подобные приколюхи, то есть... установленное на автомобилях оружие. Но, к сожалению, бессмысленно, так как, чтобы его использовать, нужно перебить всех вокруг. Для начала. Опять начинается. Этих больных ублюдков надо похоронить. Я сказал, убей их всех. Кемпер наверху. Был. Станет еще намного хуже до того, как будет лучше. Так хоть я и знал, цитатник что не записывай. Надо нам было здесь появляться. Станет еще намного хуже перед тем, как станет лучше. Нужно запомнить. Хоть бери на цитаты. Разбирай. Гражданские. Тихо. Блин, они что, расстрел устраивают? Офигеть! Блин, да мы же смогли спасти их, по идее. Или не могли? Ну там роботов дохренище просто. Или мне так показалось, ну смотрите, раз, два, три, четыре. Здесь, может, еще есть, не видно. Блин, это было жестоко. Так, оружейное нет, не хочу менять. Мне пока что интересно поиспользовать данный автомат. Вы не Он неплохо себя правда? Показывает. Тейлор? Какого хера ты делаешь? Ты продал нас, выдал секретные данные нашему врагу. Я сказал правду. За чистым вылизанным фасадом ЦРУ проводила незаконные эксперименты на людях, пока однажды все не рвануло, оставив сотни тысяч погибших и еще больше пострадавших. Спроси себя, кто же злодей в такой ситуации? Люди, пережившие катастрофу, которая случилась прямо у них на пороге? Или сраные жаболизы из спецслужб, которые все замяли? Бессмертные построили общество, пусть и испорченное, когда весь мир от них отвернулся и бросил их гнить. Возможно, они хотят мести, а может, всего лишь справедливости. Так или иначе, ты не можешь отрицать, что их гнев праведный. Ну не сжигать же заживо людей. Кейн, Тейлор только что прорвался на наш канал. Кейн! Кейн пропала. Может быть, уже слишком поздно. Может быть, уже слишком поздно. Если бессмертные прорвутся в убежище, Кейн все равно, что труп. Курс наверх. Найди мне проход. Лучше тебе не ошибаться на ее счет. Они озираются. Осторожно. Ух, нам дали кемперку. Тихо. Подожди, пока все отвернутся. Сними их, быстро! Дерьмо! Они идут на нас! Нужно прикончить их всех! Во-во-во-во-во-во-во. А кемперка-то хороша. Немного... Грена. Ликаемся. Опа. Могу я сверху поработать? Могу. Но слишком медленно. Слишком медлительно. В общем, я был... Черт. Нужно немного отдышаться, отдышаться, чтобы выжить, окей? Черт, еще одна леталка. Это как это, коготь, блин, или что? Ай, кемпер. Да елки. Грена, мать вашу. Где этот коготь, блин? Черт. Это случайно не наш был, не Хендрикс, а? Нет. Еще один побежал. Это был последний. Ну, мне нравится кемперка. Ну, постоянно с ней, конечно же, не побегаешь, так как в коридорах
она не будет эффективна. Вот так, на улице. Очень даже люблю покемперить. Ту-ту-ту-ту-ту. Обход или внутрь нужно? Походу... А, здесь есть проход. Я уже думал обходить. Ох уж. А, это один из наших. Хендрикс. Я уж подумал, оба выбегают, сейчас будет валить меня, пока я ворота открываю. Притормози! Мы же не хотим привлечь эту АОП! А так, немного я подождал, пока игра прогрузится, так как... Ну, вы в курсе уже, что с оптимизацией здесь просто полнейшая жопа, даже у меня на компе она умудряется лагать. Черт! Будто у бессмертных тут партийный съезд. Буду прикрывать тебя сверху. Да. Работы здесь полно. Давайте посмотримся вначале здесь. Так, прикрывать сверху. Я тоже сверху хочу поработать. Тихо. Подожди, пока все отвернутся. Опа-опа, когти полетели. Вот они шустрые. Блин. Первый промах из FPS глубоного. Второй промах. Так, у меня немного осталось патронов на кемперке. Но я люблю подобный тир. Блин, промазал третий промах. Ладно, пофиг, давайте посмотрим. На что лучше потратить патроны? Думаю, лучше снять кемперов, если такие здесь где-то еще остались. А тех уже потом внизу уберу. Правда, еще когтей бы этих убрать. Они могут доставить довольно-таки немало проблем. Особенно, если их несколько. И особенно, если нет времени отвлечься именно на них. А нет, еще есть два загашники, да? Три патрона. Там коготь летает. Где-то он там был. А вон он. Не попал я, по-моему, по нему. Вот. Зато я увидел кемпера. Отлично. Уйди. Мне остался один патрон. Что значит уйди с дороги? Я тебе сейчас уйду с дороги. Опа, 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 вон, 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 где-то только что летал. Есть, отлично. Да, четверку нажимаем. Теперь у нас на четверочке кемперка. Хороша. Мобильное оружейное нам не надо. Нам бы патроны взять для кемперки еще где-то. Было бы хорошо. Так. Больше никого не видно, нет? По-моему, довольно-таки неплохо я сработал. Больше никого не вижу. В общем, тютелька в тютельку патрончиков нам хватило.
Блин, я испугался этого дракона. Подумал, кто-то ползет, там уже спрыгивает, точнее, сверху. Что ж, побежали в таком случае. Оставайся в тени. Какой тени? Здесь же никого бояться. Хотя нет, есть еще, есть новое приходит. Внизу усиленный патруль бессмертных. Не спеши. Блин, они меня сейчас услышат. Услышат по-любому. Это не кемперка. Хотя нет. Глуховаты. Глушника-то у меня нет. Должны были услышать. Расстояние небольшое. Возможно, общий фон здесь довольно-таки зашумленный. Не останавливайся. Вот это задание мне нравится. Вот люблю подобное, скажем так, в стиле Хитмена задание. Где нужно не просто бежать и отстреливать просто невероятные толпы противников. Вот так вот прокрасться, покемперить и так далее. Что такое? Почему? Вот здесь вот как листок или что было, я прямо в голову ему целился два раза. И тупо вот там видно было, что пуля как бы врезается в нечто прозрачное. Здесь это, по-моему, тоже неправильно. Можно было так и нарваться случайно. Я уж чуть было не спрыгнул, уже думал, что все. Потом заметил, что нет, вроде стоит. А чисто проверяем. Да, отлично. 45 патронов для нашей кемперки. Заебись. Ну, раз уж я вниз спустился, можно и осмотреться здесь, пожалуй, почему бы и нет. Еще одно место с патронами. Будем иметь это в виду, если что, на будущее. Так, мы можем подняться. Танго прямо впереди! Блин! Быстро! Есть. Думаю, здесь уже и без кемперки справлюсь тут. Осталось не так много места. И расстояние не такое большое. Так, давайте в пятку вначале. Хотя... Сними их, быстро! Да, надо было в пятку, чтобы ты подбежал сюда, хотя ты уже подбежал. Уже горячо, они идут на нас! Сними их всех! Они нападают! Вперед! На кого они нападают, блин, чувак? Где они нападают? Придется прорваться через офисное здание впереди. Ладно, прорвемся. Не ссы, чувак. По-моему, сейчас вообще довольно-таки просто. Поснимал их хорошенько, таки все. Всего-то диалог. Главное, пока не спеши. В принципе, да, все, здесь же все снято. Иди вперед, я прикрою сзади. Напоминает мне опять-таки какую-то машину из современных. Ты точно не хочешь развернуться? Исключено, Хендрикс. Мы не покинем Сингапур без нее. Я даже не знаю, кому здесь доверять. Тейлору? В убежище! Или я Кейн? Я укроюсь в бункере. Активирую черный код. Хорошо, что ты еще жива. Ты слышала, что Тейлор прорвался в наш канал связи? Он связывался с вами? Что он сказал? О чем Тейлор вам говорил? Чересчур любопытная, да? Кейн? У нас снова пропала связь. Нет. Это реально подозрительно. Это что-то другое. Очень подозрительно. Она чересчур любопытна, она так яростно хотела знать, что же он нам сказал. Она боялась, что он сказал что-то лишнее. Что-то, чего нам знать просто не положено. Нет, этот момент не проработан.
Хотя, помните, баг с мартышками? Я поклялась отомстить. Вы построили стены, чтобы огородить слабых и больных. Вы отвернулись от них, забыли о них. Сегодня дети вашего апокалипсиса пожнут плоды мести и ненависти к тем, кто стоял и смотрел, как они умирают. Вы сами навлекли это на себя. Госюлань? Как? Я дал ей доступ к нашим протоколам связи. Тейлор, чего ты хочешь? Что тебе нужно? Решение и ответственность всегда лежит на одном человеке. И я хочу узнать, кто это. Зачем? Я хочу узнать, как глубоко идет эта кроличья нора. Если честно, даже в некотором роде понимаю. Те машины могут быть преимуществом против снайперов. И Гусюлань, и как и... Лена? Черт! Черт, фак! Щит. Укрытие. Так, там где-то сверху я вижу кемперс. Есть еще. Есть, еще он опять пришел новый. Да сколько вас? За мной! Давай прорвемся до убежища! Но лучше все же не спеши, чувак. Я патронов возьму, если не против, так как только что потратил я некоторое количество патронов на кемперку, а они очень полезны будут. Их не так много с собой можно носить. Стой! Ты это слышишь? Я еще и вижу! АОП! Укрытие! Отвлеки огонь на себя! Я займусь его активной защитой! Щит! Какой ракета? Не хочу ракетой бить, а кемперку не собираюсь, блин, тратить, а? Нужно шарахнуть чем-нибудь побольше! Защитная система снова активна! Не хочу я кемперку тратить. Защита упала! Ударь чем-нибудь потяжелее! Точнее, выкидывай кемперку, чтобы взять что-то другое. Она Дальним. Снова работает! Блин, ну почему я? Не хочу я тратить кемперку, видите его, срандель. Будем гренами. Не будь мишенью! Блин! Прямо в меня! Офигеть, как я еще выжил, офигеть! Пробуем гренами его закидать. Система защиты снова работает! Черт! Да сдохни ты! Блин! Блин, да как же мне тогда... Как же его завалить, не используя ракеты? Просто проблема в том, что ракеты ставятся в тот же самый слот на четверку. Эй! Да, вот где кемперка. Я очень не хочу ее тратить. Восполним боеприпасы на ней. Даже если придется ее выкинуть, сейчас все равно пускай мы ее выкинем с полным боезапасом из принципа. Блин. Ну... Стой! Ты это слышишь? АОП! Укрытие!
Отвлеки огонь на себя! Ну конечно, давай лучше я отвлеку огонь. Блин. Да, кемперки нету. Пипец. Ну, придется кемперить потом ракетницей. Я человек принципиальный, я буду кемперить ракетницей тогда. Блин, ну. Пипец, ну не люблю такого. Пистолет. Защита упала! Ударь чем-нибудь потяжелее! Чит-чит-чит-чит-чит. Она снова работает! Осторожно! Ну, блин! Ах! Блин, все равно достало. Что я? Ты не уперся. Да что такое? Все равно задевает. Кажется, не получилось. Так, чувак. Тейлор сошел с ума. Он раскрыл наши каналы связи. Теперь мне мы не знаем, нужна. Кто слушает или говорит. Блин. В принципе, можно вроде как вместо пистолета будет потом в лобби между миссиями поставить кемперку. Что, только что не восполнил бы призывался или как? Возможно, не додержал кнопку. Не обратил внимания даже. Окей. Будем кемперить ракетницей. Что поделать? Выбора нет. Кендрикс, ты где, чувак? Опа, не спеши. Что происходит там за война? Ой. Да блин, не надо мне этот режим. Опа. Спусти свою задницу сюда! Я под плотным огнем! Чувак, а кто тебя заставлял лучше спрыгивать? Я собираюсь. Приглядывай за небом! Дроны! Мне угрожают с фланга! Спускайся сюда! Чувак, спрыгнул, сам виноват. Решай свои проблемы сам. Блин, промахнулся. Ага. Нам все, нужно понятно. Убежище. Здесь патроны есть где-то? Комплект. Да, поменять мы ничего не можем, только выбрать комплект. Блин, если возьмем кемперку сейчас, то кроме нее будет только лишь пистолет, поэтому... Блин, блин, блин. Патронов тоже нигде нету. Shit, fuck. Блин, ну игра, ну что ты делаешь, а? Черт. О, неужели нам нанеслось повреждение?
при прыжке. Раньше этого не было. О, патроны. Есть. Не слышно, где-то там был кто-то, нет? Показалось, что ли? Правят Гриффин, это наш, офигеть. Так, дрончиков. О, вот что можно сделать, чуваки. Ты сдохнешь там или нет? Неужели? Перебился, что ли? Получена награда без жалости. Фиг его знает, что она дает вообще-то награда. Для галочки просто опять-таки. Так, все, в здании все наши. Кого еще гасить-то, а? Это... А, та турель уничтоженная. Я пару выстрелов на нее просрал был. Так, все, хватит, думаю. Поигрались. А, это... Восполнение, да. Хотя мне и не нужно было, но все же. Блин, да что мы так медленно бегаем? Помешала бы возможность кувыркаться как-то в сторону. Щит. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я могу залезть туда в него забрать кемперку? Ну-ка, попробуем сейчас. Ух ты ж. Паскуда, тварь. Щит, щит, щит. Щит, ты, чувак. Щит. Чит, блин! Завалила меня эта тварь ракетами. Так, кемпера убираем. Возможно, вниз упала кемперка. Смотрим. Дохни, 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 дохни. Взорвись, блин! Уже дымишься! Щит! Да блин, я его вроде как... Да, вон он упал. Я его уничтожил, он меня. Или не он, возможно, сзади кто-то подбежал, блин. Так, ладно. Попытка получить винтовку. Снайперскую номер 3. Во что я здесь... А, понял. О, блин, 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 блин. Щит. Еще и граната, нет. Гранатами сейчас просто тупо закидают. Щепки. Да что ж такое? Так, ну, побежим быстренько, страть на все это хочу. Дай мне винтовку свою. Так, где она упала? Наверху. Как вам получить? Где она? Блин, походу ее нельзя у него отобрать.
Так, Хендрикс, ты где? Иди разберись с этим. Короче, с этим. Давайте мы вот чем поработаем опять. Ну. Если... Да блин, со спины. Ну, конечно, разумно, я бы сказал. Вот это неразумно то, что я делаю. Успели мне этого завалить. Где я успел? Так, это наш. Иди наш. Я уж подумал, Хендрикс. Ну, в принципе, я не вижу больше противников, так что... Хендрикс. Сори. Ты будешь стоять, ждать меня? А, ролик, я думал, почему ты стоишь и ждешь. Так, надо достать Кейн. Черт. Похоже, операция закончена. Найди нам транспорт для эвакуации, Хендрикс. Ты меня разыгрываешь, да? Она поджарилась. Еще есть шанс. Эй! Ты меня слушаешь? Она мертва! Смирись с этим! Ну что ж, придется опять рисковать собой. Ваш друг. Она хорошо сражалась. Что ты с ней сделала? Она больше не заговорит с вами. Теперь она будет молчать. Вы увидите. Блин, кто меня гасит? Это черт! Почему я не мог двигаться назад, интересно? Я тут постоял на месте... Со всей дури вдаю в кнопку назад. Что такое, а? Ваш друг. Она хорошо сражалась. Щит. Что ты с ней сделала? Она больше не заговорит с вами. Теперь она будет молчать. А вот кто меня гасил сзади. Откуда они здесь взялись? Фиг его знает. Я тоже хочу так уворачиваться уметь, чувак. Ты хоть и робот, но все же. Научи меня. Помогли тебе твои блатные увороты. Чит. Воу. У него лазерная указка. Страшная штука. Особенно если посветить в глаз. Чич-чич-чич. Ну хоть радует то, что FPS сейчас не проседает. Кстати, опять-таки непонятно, почему же сейчас FPS не проседает. Посмотрите, сколько пара, сколько огня. По идее, у меня сейчас вообще должно фризиться все. А у меня вполне зашибись. 60 FPS стандартно, даже на единичку не опускается ниже сейчас. То есть зависит, видите, все от задания. Каждое задание по-разному забаговано. То есть чисто вот... Не знаю, что ты хочешь делать, но лучше поторопись. Здание разваливается. Вот сейчас 30 FPS стало. Только вот подошел сюда, вот черта прямо стала. 60 FPS теперь. Пипец. Но не скачет, а именно просто вот приходишь к черту, меняется значение и все. Щит. Терминаторы прямо, особенно когда на фоне огня.
Прямо Шварц, блин. Откуда его гасит? Тупо кто-то гасит, не вижу, блин. Если так... О! Да, вон искры идут. Спрыгнул. Все-таки иногда этот режим бывает таки полезен. Иногда. Только лишь иногда. Подняться наверх или пройти понизу? Давайте понизу. Что тебя? Ты меня слышишь? Оставайся на месте, Хендрикс. Еще не все кончено. Это ж наш штаб, то есть лобби. То есть между миссиями мы появляемся в каком-то лобби. Вот перед этой миссией мы в этом лобби появлялись. То есть здесь где-то наша комнатка, если мы ее сейчас можем даже найти, наверное, где она должна быть. Вот это случаем не она. А, нет, 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 нет. Или она. Это может быть вполне. Нет, это может и не она. В общем, где-то и наша есть комнатка. Даже она наверху. Короче, что я дурью маюсь, блин? Что? Ожерелье дракона? Вау. Прикольно. Толку ноль, но чисто прикольно. Нафиг. Мы тебе сейчас вторую руку оторвем. Давай, 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 давай. Жарься. Блин, это было невероятно жестоко только что. Это было пипец как жестоко. Ну, она пыталась нас убить как бы. Блин, как она... Это было невероятно жестоко. Ей было невероятно больно. Пипец, это даже неправильно. Даже неправильно. Ну было просто, не знаю, да хоть шею ей свернуть просто и все. Но я вот просто так заметил. Ты весь в крови. Так, и что же, это конец задания или нет? Подозреваю все-таки, что да. Да, конец данного задания, друзья. Так что спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи и встретимся с вами в следующих сериях. Пока-пока!